Судьба и карьера многих людей в наше время тесно связана с интернетом. Благодаря социальным сетям и профильным сайтам сейчас в один клик можно поделиться со всем миром своим творчеством. Например, фотографиями. Если 100 лет назад, чтобы получить качественный снимок, приходилось тратить деньги на дорогостоящую технику и время на работу с пленкой, теперь весь этот процесс занимает пару секунд. Со временем исчезла и грань качества между кадрами, сделанными профессиональным и любительскими камерами. Корреспондент программы «Новости по будням» Павел Желудев фотографией занимается уже на протяжении 10 лет и последний год активно публикует работы в социальных сетях. В утреннем эфире радио «Шансон Иркутск» он поделился со слушателями своим взглядом на этот вид искусства. Самое главное, в принципе, в хорошем снимке, ну, для меня лично атмосфера. То есть, в принципе, это и раньше так работало. То есть, фотографы, которые снимали там 150 лет назад, первые пионеры, так сказать, они всегда старались это передать, если это не репортажная съемка, если это просто какая-то фотография, они старались передать какую-то атмосферу, атмосферу места. Ты, в принципе, можешь, у тебя может быть горизонт завален, там где-то пересвет. Порой это, наоборот, создает еще больше впечатлений.